Идите к Наташе и приготовьтесь приветствовать и открыть подземелье. Времени ждет, мой друг. Как раз вовремя, я уже думал, что вы пропустите этот исторический момент. Да ни за что, после всего, что мы сделали, мы бы ни за что не пропустили банкет, правда, нечто? Так, я сяду за детский стол. Я не знаю, насколько праздник рассчитан на детей, но я знаю, что Хук и Кларен будут рады вам. Для нас с Олегом, да и для других взрослых, открытие прохода означает возвращение к нормальной жизни. Больше не придется тревожиться о выживании. Но для детей, которые родились и выросли уже в новую эпоху, их ждет совершенно новое начало. Почувствовав вкус свободы, трудно смириться с жизнью в изоляции. Наше детство было омрачено трагедией. Мы должны стремиться сделать жизнь будущих поколений лучше. Просто опять я утомила себя бесконечными разговорами. Сегодня особенный день, его нужно провести с улыбкой. Если найдется время, поговори с людьми. Каждый расскажет о своем волнении. Когда будете готовы, вместе отправимся домой. Ох, наконец-то я могу вернуться к надзору за канатными дорогами. Я думал, что проведу остаток жизни в этих шахтах. А, это вы, освободители подземья. Вы первые пассажиры с тех пор, как мы были запечатаны. И для меня будет честью доставить вас на поверхность целыми и невредимыми. Эта штука безопасна? Расслабьтесь. За 20 лет моей работы только один раз. Впрочем, ничего серьезного не произошло. Хватит об этой ерунде. Как насчет прокатиться на канатной дороге? Настало время детишкам подышать свежим воздухом. Братья и сестры, тетушки, дедушки, мальчики и девочки, все сюда. Пассажирское сообщение по канатной дороге возобновляется. Какой большой голубой потолок. Это не потолок, Хук, это небо. Так это и есть надмирье. Воздух здесь пахнет по-другому. В воздухе меньше содержания частиц геосущности и ржавчины. Сделай глубокий вдох. Вот какой какова свобода на вкус. Я никогда не думал, что доживу до этого момента, когда снова увижу административный район. Сколько лет? Мы упорно боролись за это, Наташа. Когда ты прав, Олег. Забавно. Как только я оказалась на канатной дороге, моя голова переполнилась мыслями о том, что я хотела бы сделать на поверхности. Но сейчас... Я просто хочу сесть, расслабиться, наблюдать за людьми, которые приходят и уходят, и позволить дню пройти мимо меня. Наслаждайся тишиной и покоем, Наташа. Мы его заслужили. Эй, это же гепард, он решил встретить нас. И еще одна локация. А, он все еще в строю, похоже, что его травмы не столь серьезные. Мы пойдем поздороваемся. Добро пожаловать в административный район, первопроходцы. Первопроходцы, на этой планете нас так раньше не называли. Архитекторы сочли, что к вам стоит обращаться вежливо. Чужаки не совсем подходящее слово для друзей. Прошу, позвольте мне еще раз извиниться за то, что произошло в запретной зоне. Вы хотели помочь, я должен был довериться мнению Сервал. Ты просто делал свою работу. Спасибо за понимание. Госпожа Броня попросила меня передать приглашение. Скоро начнется ее инаугурационная речь. Инаугурация? Как же быстро все произошло. Она уже успела восстановиться? Не совсем. Но госпожа Броня хочет произнести речь как можно скорее, чтобы люди узнали о том, что случилось. Выступление состоится у монумента Вечно Зимья. Надеюсь, вы сможете присутствовать? Конечно. Вау. Посетите церемонию инаугурации брони. Да, я помню, что эта локация была заперта. Здесь ограждения стояли. Что-то народу мало собралось так-то. Смотрите, там уже собирается толпа. Речь скоро начнется. Похоже на то. А брони еще нет. Давайте найдем подходящее место и немного подождем. Стражи, страсть! Начинается? Внимание! Инаугурационная речь госпожи Броня Рейд скоро начнется. Пожалуйста, соблюдайте тишину и порядок. Жители Белобога, послушайте. Вау.
Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать нашу победу, но мы должны помнить, что именно жертва, принесенная нашей покойной хранительницей, дала нам эту возможность. Она избавила нас от страданий, которым мы подвергались 700 лет. Однако сама она заплатила самую высокую цену. Жертва Кокори Рейд открывает для нас новую главу. Вьюга за стенами утихнет, а среброгривые стражи справятся с распространением коррозии фрагментума. Далеко на севере я видела, как почившая верховная хранительница сражалась со злыми силами, которые собирались нас уничтожить. Перед смертью верховная хранительница поведала мне о своем самом большом сожалении. Приказе запечатать пути между надмирием и подземьем. Вскоре она ощутила последствия своего решения. Хотя ее и переполняло чувство вины, но она не могла исправить нанесенный ущерб. Последние минуты своей жизни она велела нам ознаменовать избавление от Стеллоронова с соединением Белобога, как единого целого. Чтобы жители подземья и надмирия встретили рассвет новой эры вместе. Люди подземья не... Я не смею просить прощения, ибо то, что я видела, достаточно свидетельствует о наших страданиях за последние годы. Но я хочу, чтобы мы работали вместе. Мы все знаем, что без вашего упорства и трудолюбия Белобог не вернет себе былой славы, надежды и на выживание цивилизации не останется. Кроме того, я хотел бы выразить сердечную благодарность некоторым гостям Белобога. Большинство из вас не знали об их появлении, но именно благодаря им в нашем увядающем мире расцвела надежда. Именно их появление заставило меня осознать, что кроме сохранения Земли, всеми доступными силами нам еще стоит обращать взор на небеса, откуда могли прийти на помощь неожиданные союзники. Я уверена, что благодаря упорной работе каждого нашего планета, которую первопроходцы назвали Ерилы-6, перестанет жить в изоляции. Но прежде чем мы достигнем этой цели, я смиренно прошу вас последовать за мной навстречу к светлому будущему. Я Броня Рэм. 19-я хранительница Белобога, клянусь. Броня, броня, госпожа, броня, слава Белобогу. Ух ты. Ух ты. Броня, мы вернулись. Марц, Даньхэн. О, нечто. Кто же здесь? Славно, что вы успели к началу речи. Прошу прощения за приглашение в последний момент. Я лишь хотела, чтобы жители как можно скорее узнали о том, что произошло. Если бы затянула с речью, возникли бы слухи, и ситуация могла выйти из-под контроля. Тебе уже лучше? Да, я в порядке, не стоит переживать. Тогда матушка пыталась внедрить в мое сознание голос Стеллорона, это была настоящая пытка. К счастью, вы появились вовремя. Какая вдохновляющая речь, Броня. Если бы я была на твоем месте, я бы не смогла удержаться на ногах от волнения. Просто бессмысленная ложь, сказанная красивыми словами. Надеюсь, тебе никогда не придется пройти через подобное, Марта. Часть про светлое будущее Ерила 6 не ложь. Может быть, я бы предпочла всегда говорить людям правду. Но я также не хочу, чтобы они теряли надежду. Это путь сохранения, верно? Даньхэн, хочешь поговорить о выводах мистера Янга? Конечно, сейчас я все расскажу. Вы рассказываете Броне о наблюдениях Вельта. Значит, фрагмент мы уже набрал слишком большую силу. Даже если Стеллорон запечатан, мы не сможем немедленно восстановить нанесенный им ущерб. Стеллорон крайне опасен. Я знаю. Наши предки не стали бы его использовать, если бы знали другой способ избежать неуминуемой гибели. Вы из кожи вон лезли, чтобы спасти этот мир. Нечто чуть не погибло. Не имею права просить большего. К тому же я согласна с господином Вельтом. В конце концов, судьба Белобога находится в руках жителей. Мы найдем способ искоренить фрагментум.
В таком случае, как лидер, я должна дать им равное по весу обещание. Мы будем держаться изо всех сил до того дня, когда вернутся первопроходцы. Даже если это, на это уйдет 700 лет, дети на Ирилу 6 будут с надеждой смотреть в небо. До встречи, друзья. Пусть сохранение благословит ваш путь. А, поздравляю, нечто, твоя первая первопроходческая экспедиция успешно завершена. Столько бумаги! Это действительно стоит отпраздновать. По шкале от 1 до 5 это приключение получает 2.5-5. Это ведь неудовлетворительно. У нас с тобой разные критерии для оценки. Ой, неважно, лучше узнаем, что думает нечто, что скажешь. Каким будет следующее приключение? Уверена, что таким же запоминающимся. Не беспокойся о будущем, живи настоящим моментом. Давайте вернемся в административный район и немного прогуляемся. Я хочу сделать фотографии. Ух ты. Подождите, планарные украшения? Дает владельцу различные особые атрибуты, и при полном комплекте дает дополнительные усиления. О, я ждал этого! И миссия, смотрите, все завершено. Да! Откройте меню экипировки. Бонус квант урона. Ух ты, квант. Так, украшение дает множество особых характеристик. Ну, давайте. Ну, я понял тебя. Идеально, смотрите. Она же квантом, по-моему, бьет, да? Что там? Дайте посмотреть. Электрический. Нет, это не квантовый. Нет у меня квантового, к сожалению, никого. Ребята, увидимся уже скоро. Продолжение следует. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик. И подписывайтесь лучше на все каналы, ссылочки которых вы найдете в описании к этому видео. Увидимся, пока-пока.